Когда бы вы ни решили сажать сад, знайте, саженцы покупать надо осенью. Во-первых, и выбор больше, и деревца крепче. Безусловно, каким культурам в своем саду отдать предпочтение, садовод решает сам. Тут важно, где он будет их покупать – в питомнике, на рынке или ярмарке, и как правильно выбрать саженцы. Ну, там, где ты знаешь... Вот я, например, знаю Тамару Петровну, у нее я куплю, а если я вас не знаю, то буду сомневаться, купить у вас или нет. Ну вот там бы вы стали покупать. Иногда я покупаю, если мне что-то нужно. Ну то есть я в этом разбираюсь, а если вы в этом не понимаете, то вам лучше приехать вот сюда и здесь купить, конечно. В таком надежном месте, да? Ну да. Купить на рынке или ярмарке проще и дешевле, но где гарантия, что вам не встретится недобросовестный продавец и вместо яблони вы купите, например, грушу, а то и вообще что-нибудь неплодоносящее? Итак, вы в питомнике, в первую очередь, выбирая саженец, узнайте его возраст. Саженцы плодовых культур можно приобретать как однолетние, так и двухлетние саженцы. Старше двух лет посадочный материал лучше не приобретать. Трех лет и старше скелетные корни развиваются, естественно, они толще, они более развиты, и при выкопке они очень сильно обрубаются. Это очень плохо влияет в дальнейшем на приживаемость такого посадочного материала. Следующий важный момент – оцените внешний вид саженца. Растение должно быть хорошо развитое, не подсохшее, да, то есть глядя внешне, визуально осматривая стволик, боковые веточки, мы не будем замечать сморщивание коры. Обратите внимание на кору. Она должна быть гладкой, блестящей, возможно, мелкие трещинки и порезы, но зарубцевавшиеся. Это говорит о том, что деревце сильное и все повреждения заживают на нем быстро. Хорошо развитые почечки. У однолетних саженцев боковые веточки могут не быть. Если они присутствуют на саженце, то их длина должна быть не меньше 20 сантиметров. У двухлеток, естественно, веточек больше. На что важно обращать внимание, это наличие штамба между низом растения и первыми скелетными веточками. Высота штамба у саженцев двухлетних должна быть на уровне 60-80 сантиметров. Но самое главное – корневая система. Чем больше у саженца корней, тем лучше и быстрее он приживется. Поэтому не нужно охотиться за крупными экземплярами. Лучше отдать предпочтение саженцу тощему, но с хорошей корневой системой. При посадке, попав в хорошие условия, он быстрее и лучше укоренится и быстрее начнет развивать свою надземную часть. Наличие основных скелетных корней, которых должно быть не менее трех, длиной 20-25 сантиметров. Вот 1, 2, 3, 4, 5 хороших корней. И не меньше, и не меньше 20 сантиметров каждый. Важно! Саженец должен быть без листьев. Листья на деревце говорят о том, что его выкопали преждевременно, до нормального завершения роста. Значит, оно недостаточно накопило питательных веществ, что может сказаться на его приживаемости. Исключение – саженцы, которые продаются в горшках-катках. Но они намного дороже. И последний, не менее важный совет специалистов. Ни в коем случае не транспортируйте купленное растение с голыми корнями. Для того, чтобы предохранить корни от иссушения, их надо обрызгать водой и завернуть в пленку. Удачного выбора!